Жил в устье реки один старик. Он рыбу запасал. Воспитывал тот старик медведя. Берег он его, как своего сына. Пойдет за рыбой, и медведь с ним идет. Увидел старик нерпу и обратился к медведю. Убью я ту нерпу, да и сошью себе передник. А ты давай лодку карауль. Крался старик, да как ударить палкой? Оглушил. Схватил старик нерпу за ласты. А нерпа старика тащит и тащит. Так и унесла его на дно моря. Проснулся утром старик в большом доме. Рядом с ним нерпа. Дверей нет. Внутри дома огонь, чашки и нерпичьи шкурки. Та нерпа красивая, пятнистая была. «Это куда же я пришел?» — подумал старик. Нерпа говорит: «Ты убить хотел меня? Зачем? Ты человек или нерпа?» «Я царица моря». «Вот беда!» — подумал старик. «Чуть царицу моря не убил!» «Отдай мне медведя своего», — говорит нерпа. «Коли не отдашь, убью я тебя». «Отдам, лишь оставь меня», — говорит ему нерпа. «Расскажи ты мне, как живешь, как работаешь». «Давай», — старик ей говорит. «Мне много лет, живу я в устье реки Тым, в шалаше. Живу я один, промышляя нерп и рыбы. Осенью и зимой хожу на зверей. Только иногда почему-то я рыбу и нерпу поймать не могу», — жалуется старик. «Бросай ты табак и пищу разную в воду. Буду я посылать тебе много нерпы и рыбы. Как же мне домой попасть? Дам я лодку тебе и сама за медведем отправлюсь вместе с тобой». Дошли до шалаша старика. Говорит старик медведю: «Ну, Ока, отдаю я тебя царице моря. Так, теперь я 3 года тебе буду рыбу и нерп присылать». Как сказала нерпа, так и было. 3 года рыбы и нерпы шли к старику. Богатым он стал. Только это неправда. Это сказка.